Пока спал ночью, мне приснилась какая-то лабуда страшная про то, что в другом измерении у меня есть уже жены, типа, или я жена. Ну, короче, девочка представилась моей мамой, а потом уже она начала превращать мое мировоззрение, типа, в мир драконов. Я видел мир драконов. Огромные головы вокруг меня летали, как какая-то фабрика голов вставлялась в мою голову и исчезала. Был мир прозрачный, но никак пчелиные ноги. Ноги пчел такие пушистые, как у пчелы ноги. А то, что какой-то шар был в виде головы дракона, и он, какая-то микробная голова говорила, что я твоя мама, там, я пришелец. Так, есть еще, короче, в диалоге в голове, который нужно проговорить, чтобы ступора не было, что ты как бы начал какую-то тему продвигать историю, но ты еще не успел ее проговорить, потому что ты раньше о ней не задумался, но как бы выговориться надо, то есть сначала ты хочешь написать какой-то текст, но как бы ты еще, ну, не понял то, что он твой, потому что ты живешь в прошлом, а не настоящем. Вот. И повторять его тоже нужно, чтобы понимать вообще, из чего он следовал, какие варианты это были. Как, допустим, предновогодняя встреча, прослушивание треков. Я тоже пидор и по-братски. Где там история есть, где они, ну, диктор представляется, я не ты, я не он, мы не вы, ты не тоже, мы потом, я говорю не только тебе, а потом другому. Потом поговорим. Вот. Увидел кадр Мольера. Это когда они что-то говорят и исчезают так вверх, вверх по синусоиде идут. Кривляются. Как смотреть мультики, либо мемесы разглядывать, которые не повторяются. Ну, я не знаю, как я не я там работает, если там мемесы не повторяются постоянно, а они в какой-то определенной позиции. То есть тебе говорят, ты добавишь вот эту картинку, а вот эту картинку ты не добавишь, чтобы они как бы в общей стороне контакта, ну, не работали. Почему я как бы об этом не знаю, мне это кажется странным. В треке побывать, зарядиться энергией зла, гон. Ну, короче, разные треки, если во время их записи побывать, то можно побывать в картинке, которые они снимались. То есть сейчас я видел кадры, где спортсмен грузит себя штангами и тащится. Из тех историй, что жизнь прожить кадрами, общаться уже можно, если говорить нельзя. Как американец. Люди общаются в прошлом и будущем. Ну, то есть, как бы я могу письма послушать себя без сведения. Тут, как бы, вот сегодня я уже меньше заикаюсь, потому что никто не смотрит, понимая, что это, как бы, движ ни о чем. То есть, я могу что-то говорить, и вот уже лучше идет общение у меня само собой с Гришей. А ты в определенное время, поэтому неудобно объяснить, что ты поймешь после праздника. После праздника врубишься, что произошло. То есть в декабре мозг усиленно работает, а в феврале он как бы высушенный, как бы уже, ну, слабо видно. А вижу электронную копию Микеланджело, которая якобы не Микеланджело, а на самом деле Святой Павел или какой-то еще там, где он ребро разглядывает. Он на меня смотрит и спрашивает, что хочешь, Гриша. Это как, не знаю, как это назвать, но это круто на самом деле выглядит. Ну, как бы, лет 19 это было бы даже стильно, если бы в 2010-м Микеланджело на меня смотрел и спрашивал, куда идешь, почему тут ты не он, а идешь к нему, а не к нам. Мы говорим тебе, а не ему. Это уже не история, а как-либо стрек случай жизни, не вопрос. Назвал куда, откуда. Оправдание, не история. Ну, то есть, как бы, если я хочу услышать ответ, я должен это 5 раз прослушать и написать комменты. После этого я как-то врублюсь вообще, что зачем следует.